И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Ну, значит, я сейчас делаю заборчики. Продолжу немножко строить. Пока зима, блин, холодина. Далеко от дома не отойдешь. Нос замерзнет. Возьмем с собой курицу. Хотя, в принципе, аж недалеко тут. Так что пока можно отключить эту. Пока меня внутри нет, зачем тут греть? Воздух не сохраняет тепло в базе. Так что не вижу никакого смысла тратить энергию. О, нас уже встречает сундучок. Деревянненький. А, нет, не деревянненький. Сумка оружейная. Ну ладно, тоже сгодится. Рано или поздно. Ничего больше нет интересного в округе, вроде бы, по крайней мере, не вижу. Эй, блин. Так, волчара ходит. Мясо есть. Все ерунда. Так, не хочешь прилипнуть к стенке, к стенке, нет? А, зараза. Так, уже прямо у меня совсем высоко. Надо бы как-то вниз бы опустить его. По возможности. А то у меня к той стороне выйдет вообще прям... Двойной забор будет. Так, я попадаю в камень, что ли? Блин. Подвернуть, что ли, тогда? Ну, камень обойти. Ладно, дойдем до камня, потом будем смотреть. Интересно, прилипнет сам к себе вниз? Нет, не прилипнет. Как же его так повернуть, чтобы мне на самое дно поставить? Ой. Прилипло? О, так отлично. Если прилипло, так ставим здесь и продолжаем дальше строить. А теперь от него же переключаемся даже дальше. Ой, блин. Ну давай, где-то там. Липни. О, шикардосик. Ну, да. Потом что-нибудь сделаю, переход какой-нибудь. С половинки какой-нибудь. Ладно, потом, может быть, если что, сделаю вообще высокий забор. Пока так, пока обозначим просто границу, как есть. Закрой, чтобы, закроем, чтобы эти тюлени не... близко не подходили ко мне, задолбали. Ну, правда, они сейчас уже не подходят, потому что рыбалки-то уже нет. Рыбалка кончилась, вода замерзла, а зимнюю рыбалку еще не ввели. О! Все? Больше не будет зенькать? А, нет, еще одна есть. Ладно, давай. Сейчас все выставим эти и пойдем искать. О, уже даже немножко потеплело. Это, когда я выходил утром, прям совсем было холодно. Так, куда мы упираемся? Режем половину камня. Ну, не половину, четверть камня режем. Ничего страшного. Ой. Не та последовательность. Сначала платформу, потом все остальное. Надо отработать этот вот. Тут я еще думал, что сделать. Просто надо уровень как-то выйти. Но надо будет уровень от воды брать, получается. А тут земля тоже плохо. Ну ладно, то потом как-то. Как-нибудь потом все это дело. Во-первых, сейчас нет смысла делать, потому что зима. Холодина. И ресурса надо еще чуть-чуть подкопить. И как минимум досок сделать, потому что доски я немножко оставил на всякий случай. Пригодятся для чего-нибудь еще. А. Дело идет потихоньку. И вот так вот. Куда? Ну-ка, магнится.
Так, еще чуть-чуть упремся в камень. Значит, будем подворачивать здесь. Возможно, уже надо начинать. А, блин, только сказал, что потеплело. А, ну нифига уже не потеплело. Значит, надо поворачивать отсюда. Нет-нет-нет, не липни. Блин, чуть-чуть будет перепану. Посмотрим, насколько все плохо будет. Так, а если я разверну ее в обратную сторону? В обратную сторону не катит. Блин. Блин. Началось. Так, вроде как получилось, не знаю, надо проверить. Тут мучился, короче. Переставлял так, переставлял это, чтобы оно попадало. Так, стоп, развернись-ка. Чуть-чуть мы... Блин, не совпало. Хотя, снаружи более-менее. Ну да, ступенька есть. Блин, по высоте не угадал. Ёшкин кот. Эх, халтура твою налево. Так, вроде бы, как будто бы получилось. Но это не точно. Блин, я уже мерз на 11 градусов. Прям совсем уже. Надо. Так, пройдет-то хоть? Ладно, кусочек камня захватит, не страшно. Так, высота. Ты твою налево. Короче, немножко не страшно. Чуть-чуть срежем камешек. Так и быть. Блин, наверное, придется опять сейчас поднимать, потому что что-то как-то, блин, тут в землю будут закапываться. Ну, не все так просто с этим ландшафтом. Ландшафта выровнять никак нельзя. Только подстраиваться надо под него. Давай, цепляйся, где ты там. Блин, сейчас закопаю и видно не будет даже. Потом достать не смогу. Хотя вот кусочек есть, пока хватает. Нормально. О, так что-то я уже надо поворачивать, наверное, было бы уже. Уже же. А теперь надо опять выравнивать. Мне надо еще вперед пройти, потому что тут на этом бугре просто нереально это делать. А, как раз в следующий раз. Доски закончились. О. Так, надо вытащить его отсюда. А то снегом засыпет, потом не увижу. О, блин, а что тут такое? А, да, красавчик ты, конечно, блин, поставил задом наперед стенку. А интересно, так можно ее развернуть? Саму на себя, по-моему, можно. Да, цепляется. О. Ну это ладно, сейчас я исправлю. Так, отлично, вроде как 6 градусов стало. Так, идемте обратно на базу. Что-то надо подъесть, по-моему, у меня уже. Да, у меня уже вообще и вода пропала, и еда пропала из этого холода. Сейчас курицу втопчем. Погреем задницу возле костра. Так, курочки, что там? 8 левел, о, надо уже курочку искать. Опа, где? О, тут что-то есть. Курочку искать надо, да. Курочка попалась, только вот что-то долго она не живет в клетке совсем. Там же и еда есть, почему? Почему так долго не живешь, зараза? Так, дрова, кстати, прогорели уже. О, копим. Так, это сюда, это туда же. Так, дровишки, ой-ой-ой. О, отлично. Что у меня там наверху творится? Так, это скоро поспеет сегодня. Воды уже мало.
тут еще более-менее, тут вообще уже почему-то ничего нету. Странно. Такой перепад по этим. Я вроде всех поливал. Но не всех, походу. Так, на тебе еще чуть-чуть. Тебе чуть-чуть хватит до вечера. Тебе хватит. Тебе действительно хватит. Всем по чуть-чуть. О, нормас. Сейчас побегаем, поищем курицу, потому что та уже 8, скоро на 9 перейдет. Так, это пускай сгорит. Курочка, я тебя съем. Шмых. О, даже воду прибавила чуть. Курица. Сочная попалась. О, замечательно. Просто замечательно. Так, это дай мне. Куда? Это сюда же. Бульк. Так, генератор, что-то мы молчим. Так, ну лампочку можно бы... Я вообще думал, как бы потолок надо сделать стеклянный. А что у меня есть, кстати, на стекло? 9 штук. Могу, наверное, одну сделать. Что там тебе надо? На стеклянную панельку. На потолочную, где она тут? Скраб и клей. Вот тебе клей. Вот тебе скраб. Так, кого? Вот этот разберем. Совсем разберем. Забавно, в воздухе все висит. Ой-ой-ой, пистолет заберем. Эть. Успел. Так света будет в базу больше попадать. Во! Естественно, освещение. А то чуть мы в самом деле сидим как в подвале. Так, это сюда. Сюда. Но больше, конечно, не хватит. Ну, на что хватит, на то и хватит. Так, это я выложу сюда. На место и на место. О, отлично. Писик сюда же. Так, что там у нас? Жирок. Зажирился, вот. Все, поехали. О, как раз и погодка распогодилась. Тут минус один, да? Ташкент. О, вот, дурочка, курочка. Она явно хотела пойти туда на ловушку. В ловушку, точнее говоря. Я вижу, что она возвращается туда. Постоять, подождать, но это долго. Иди сюда. Блин, она так и зараза меня ведет к волку, да? Ну давай, давай. Это сучка крашеная. Обманула все-таки. На, давай, давай, давай. Елки-палки. О, еще одного волка возьмем с собой. Пошел в баню. Ягодка. Ягодка на снегу. О, Олежка. Сундучок. Тут могут быть платы. Так что уж. Так что уж, извиняй, косой. О! Ну и мясо тоже. Чё-то добро пропадать-то. Так, надо курицу пойти отнести. Блин, я опять забыл банку взять с собой. Ядрен батон. Так, ружишка-то. Не забываем про ружишка. Нынче волки суровые пошли, белые. Чё это там? Сумка лежит на камне под таким углом. Я думал, это просто тень какая-то. Это нифига не тень. Уже забор издалека видно. Вот, а тут еще и закрытый ящик есть. А, блин. У меня нету. А может сделать? У меня металла мало. Прям совсем. Так что обойдемся.
А, он стоит беленький в кустах. Его и так, если бы не полоска ХП, его вообще не видно, не увидишь бы его. Блин, это маленькая травинка, я думаю, что это за фигня торчит. Опа. Белый. Белый ходок забурчал. А где он? Что-то я его не вижу. Ну кто-то уж бурчал-то. Эй, ладно. Курицу сейчас выпустим. Пускай растет. Так, что тут с ловушкой? А, нормально еще. Все, принимайте гостя. Дорогого. 4 яйца. Откуда взялись? Так много. Так, воды пока у вас есть. Нате вам это. Пока как аванс. Надо воды им налить. А тут может что-то есть? Что-то есть. Еще одну бутылочку. О, щетенько. Так, ну еще побегаем. У меня мясо пока не сгниет. Это. Яйца вообще не портятся. Еще страшного. Так, вижу, вон сумочка. Платы у меня вообще ни одной уже нету. Да, блин. Там жопа волка торчит. Тут жопа волка торчит. А сундучок, вот он. Бежит? Уже не бежит. Ну, гвозди как бы дело тоже нужно, но не в таком же количестве, не в таком. То есть, где-то я что-то видел. Фольберок. А, вон. Так, вот сначала где-то там сутулый. Сначала сутулого. Даже кожу дал, молодец. Так, сколько у меня патронов? 6 еще, нормально. Живем. Так, это для приманки пойдет. Круто. Еще для приманки. О, лучок. Семечка. Ни свиней нету. Ни ящиков нет. А вон есть впереди что-то. Вот на там на белом хорошо. О, вон еще один. На белом как хорошо все видно. Там что, медях что ли? Медях это у меня много, у меня железо. Да, что-то как-то в сумках этих. Вон там еще одна сумка. Сумка возле сумки. Ладно, заберем. Медяха кушать не просит, так что все равно возьмем. Бумс. Ой, блин. Ага, охраняем сумочку, да? Естественно. Так, ну-ка. Побежит, не побежит. Я даже не посмотрел, что я там взял. Удивительно, что он так близко меня подпустил. Что я там взял, кстати говоря? Ничего интересного. Платы нет, а там куда платы? Ну, бывает, конечно, бывает платы, но редко, но бывает. Еще кусочек забора построили, уже хорошо. Так, к весне, глядишь, уже все будет готово. Забор, лифт. Да, так вот, на лифт надо очень много всего. И этих плат набрать столько. Жить темнеет, блин, только-только. Собрался что-то ты посмотри, один биотоп, биожир этот дают, и все, биотопливо, то есть. Эй, куда рвануло, алло. Давай, сюда иди. Да ты смотри на него, это шустрило. Пернатая. Угу. Резко темнеть начало. Не понял, что у меня... Мерзнет? Нет, а что
Уже 14, а там 15. А. На одну единичку почему-то все время меньше. Непонятно, в чем причина. Баг какой-то, что ли? Очередной. Что ж так быстро день закончился? Я только что-то начал делать, а уже день кончился. Ё-моё. Так, чё вы там? 45. О, 9 левела. До утра уже будет как раз. Как раз то, что надо. Пойдет на жаркое. Так, руки, ё-моё. О. Так, ну давайте. А, это созрело. Помидорка созрела, хорошо. Так, ну мне картошку надо садить. Тут тоже подсозрело. А здесь? Тут не совсем еще. Ну ладно. Так, картоха вся идет на семена. О, на тебе водички. Расти большой и толстой. Так, тут нормально. На тебе. Тебе. Так, тут норм. Не норм. О, как раз. Еще катончик есть. Сейчас можно будет шляпу починить. Так, все отлично. Можно будет шляпу починить. Так, ну прежде чем чинить что-то, надо набрать снега. Поставить, пускай варится. Не пропадало. Че это там такое? Металл или цинк? А этот... Как его там? Что-то сильно яркое. Наверное, этот вот калийная руда. Зараза. Ну да, она самая. Блин. О, тучки. Давно тучек не было. Так, кипятись. А где еще бутылка? Одна. Блин, вот молодец. Огурец. Тут я смотрю, что вроде чего-то не хватает. Не хватает бутылки. Так, а вот теперь уже свет можно включить. О. Так, есть хочет. Уже хочет. Замечательно. Замечательно выходит. Это сюда. Так, что у нас тут по металлу? Все переплавилось. Ставим медь на переплавку. Пущай плавится. Так, у нас перышки есть. Есть перышки. Фигурушки. Наконец-то плата появилась хоть одна, но зато все-таки все-таки что-то появилось. Так, жир. Ушел. Блин, две картошки осталось. Вроде как бы выросла, а в итоге получилось, что нифига не выросла. Так, печень есть. Ой, блин. Зачем мне столько? Всего. Давайте поставим, пускай жарится лук. На все. Вот так вот. Яички туда же. Так, на приманку забыл положить. Ладно. Так, курица, пережаривайся. Так, что мне там надо на... На шлям. На шлему. Ага, веревочка и металл. Два металла. Две веревочки. Не проблема. Так. Это не здесь. Это хранится вот здесь. И уже в 60, отлично. То я все говорил, что мало-мало. Теперь смотрю, что уже нифига не мало. Уже как раз в самый раз. Так, у меня же даже лишние помидоры есть.
Ой, даже тут еще. Так, пора, по-моему, с помидорками пока хватит. Завязывать пора с помидорками-то. Так, куда? Чик, есть контакт. Так, пойдемте. Воды. Надо, наверное, с собой взять на всякий случай одну бутылочку. А то их там уже трое. Пьют они быстро. Так, что тут, никто не поймался? Поймалась. Пойдешь на пережарку. Быстро они что-то скисают. Так, 9-го. Почти доросла. Почти. Никто яиц даже не дал. Так, нате вам еще воды. И одну помидорку, так уж и быть, выделю. А ягодка сколько дает? Вообще ничего. Практически. О, пойдет. Помидор у меня много. И не страшно. Так, сколько у меня там бутылок зажигательной смеси? Надо посмотреть. Надо посмотреть. Так, зажигатель, зажигалка не здесь. 10. Еще у меня одна граната есть. Ну, в принципе, мало. В принципе, мало, елки-палки. Надо еще ставить алкашку вариться. Блин, там шумит, здесь шумит. Вот не набрал, то не сделал. Чуть там такое. А, я думал, то сундук, то просто тень от этих от камышей. Так, на тебе. Не бурчи. Так, есть. Картоха и вода. Картохи мало совсем. Ну да ладно. На все. Варим на все. Возможно, ее даже и не хватит, картошки этой. Нет, что-то еще осталось даже. Так, не сюда. А вот сюда. Да сюда. Это тебе. Это сюда. Вечно тут что-то есть делать в игре. Водопровода нет, так бы раз накидал бы себе этих флях, набрал бы, и вообще проблем нету. Так бегай каждый раз этой по воду, блин. Так, ну что ж, экономим свет, солнце попадает, стеклянная коробочка будет. Ну что ж, на этом буду заканчивать видео, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.